На конкурс дети читают стихи для лабиринта.ру. Александр Мухлаков, 9 лет, город Пермь, школа номер 120, 3 А класс, Семен Гудзенко, мое поколение. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалеем. Но перед нашим комбатом, как перед Господом Богом чисты, на живых поражели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень, наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя, только сила и зависть. Когда мы вернемся с войны, все дарим исполна, напишем, ровесник, такое, что отцами солдатами будут гордиться сыны. Но кто не вернется, кому долюбить не придется, кто в 41-м первую пулю сражен, зарыдает ровесница, мать у порога забьется. Погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели. Кто вот так уходил, кто делился последним куском, поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить суровым огрибшим паском. Пусть живые запомнят, и пусть поколение знает эту взятую с боем суровую правду, солдат. И твои костыли, смертельная рана сквозная, и могила над Волгой, и тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы перед нашей Россией и в трудное время чисты. Когда мы вернемся, мы возвратимся с победой. Все как черти упрямы, как люди, живучие и злы. Пусть нам пиво наварят и мясо нажарят к обеду, чтоб на ножках дубовых повсюду ломили столы. Мы поклонимся в ноги родным и страдавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались любя. Когда мы вернемся, победу штыками добудем, все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.